это верный ответ. Отличная работа. Поздравляю, вы дошли до первой несгораемой суммы 1000 рублей. А теперь шестой вопрос, который поможет удвоить заработанные вами деньги. На берегу какого моря происходило действие фильма «Белое солнце пустыни»? Каспийское, Азовское, Аральское, Мертвое. А вот и седьмой вопрос из 15. Какая форма вежливого обращения к замужней женщине принята у немцев? Фрау, фру, миссис, сеньор. Ну, я, правда, не уверен. Ну, похоже, что... Да, правильный ответ. Но я не хочу быть ответственным за то, что ты вылетишь из игры. Если вы верно отвечаете на следующий вопрос, чем является нация? Стамерской, молотком, даже вы даете неправильный ответ, то ничего не теряете и покидаете нашу игру, заработав 32 тысячи виртуальных рублей. Но давайте надеяться, что это не произойдет. Актеры, учителя, медики или художники? Вопрос из возможных 15. Советую вам хорошенько подумать, прежде чем дать ответ, ведь сумма выигрыша очень велика. Сколько матчей парусного круга? 2, 3, 4 или 5? Вопрос. 13 из возможных 15. Если вы дадите ответ,
и он окажется неправильным, то ваш выигрыш составит всего 32 тысячи рублей. Итак, 13-й вопрос и 250 тысяч. Но автор строчки мне нравится, что вы больны на мной. Анна Ахматова, Марина Цветаева, Зинаида Гиппус, Белла Ахматулина. Всего в двух шагах от 1 миллиона рублей. Если вы сейчас сдадите неправильный ответ, то потеряете 218 тысяч. Итак, 14-й вопрос. Подумайте, возможно, стоит остановиться на уже выигранной сумме. Защитник. Земледелец, благородный, сильный. Правильный ответ отделяет вас от 1 миллиона рублей. Поэтому мой вам совет – соберитесь и не спешите с ответом. А вот и вопрос на 1 миллион рублей. Кто был воспитателем и наставником будущего императора Александра II? Державин, Жуковский, Боротынский, Тредиаковский. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Уважаемая аудитория, помогите нам, пожалуйста, внимательно посмотрите на варианты ответа. А сейчас голосуем. Могли бы уйти из игры, забрав 500 000 рублей.